Украинские войска за неделю контрнаступления освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, речь идет практически о 4000 квадратных километров. Если считать вместе с Херсонской областью вторым крупным направлением атаки, ВСУ вернули под свой контроль более 6000 квадратных километров украинских территорий, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Как утверждают в Киеве, российская армия покидала передовые позиции в спешке, бросая вооружение и военную технику. Впрочем, в Минобороны РФ отказываются называть этот маневр войск отступлением, предпочитая формулировку «операция по свертыванию и переброске войск». В то же время у линии соприкосновения в Запорожской области, как утверждает Владимир Рогов, который называет себя членом Главного совета местной администрации, скопилось, цитата, «колоссальное количество украинских войск и техники». Официально киевские власти пока не объявляли о контратаке в этом регионе.